darkest time, as normal as blueberry pie. No more a smart little girl with no heart, I have found me a wonderful guy. Так, аккуратненько снимаем все минки, пацаны. Сейчас знаете, как сделаем? Красивенько. Так же их и раскидаем. Вытянем их, да? Они побегут, тут стадо баранов. И также за счет мин, я думаю, выживем. Там их много достаточно. Убивает быстро, как вы поняли. Стоит РВД мод с фиксом. Так, у меня на семерочке они стоят. Вот давайте вот здесь вот заминируем проходик. Одну сюда по центру. Вдруг отсюда побежит кто. Можно бросить, да? Вначале сейчас я мины раскидаю, потом будем воевать. Одну сюда можно положить. Здесь на входе, да? Если отходить будем. Все, теперь берем ствол в руки. И вытягиваем сволочей. Так, да я бы, наверное, еще сюда бы одну положил. Вот здесь вот одна не помешает, да? Да, все, наверное. Да и здесь можно. Уже конкретно мы заминируем все проходы. Теперь можно повоевать. Давайте, ребята, я вас жду. Где вы там есть, блядь? Теперь повеселимся. Так, тихо-тихо, слышу. Отходим. Давай, иди сюда. Давай. Ух ты, блин, сразу попадал. Все, вот сюда, вот здесь вот позиция хорошая. Давай. Псину сразу пристрелили. Отлично. Вляпался на мину. Так. Ага. Все, ребята, угомонились. Подождем чутка. Отлично, вот посмотрите, сразу троих приложили. Хорошо сработано. Хабарок потом будем обыскивать. Так, псина, Басян без сознания у нас. Как обычно, пес боевой, блин, реанимируется сейчас. А, вон он, получается, на входе вляпался. Так, ну, давайте еще, почему нет? Довольно-таки неплохо работаем. Мин здесь достаточно. Они любят здесь бегать у нас. А вон падла стоит. Держал подачу. Отстрелялись и отходим. Вот, прекрасненько. Ждем. Давайте, ребятки, где вы там? Так, сколько патрончиков? Ну, патронов пока хватает. Он бежит. Держи голову. Попаду, нет? Попал, красава. Если б не замедление, конечно, убивали бы тут меня гораздо чаще. Это я вам точно говорю, ну, учитывая, что воюем с РВД-модом. Так, ну что, угомонились? Что-то они не хотят сюда выползать, да, ко мне? Вроде как, может быть... Не, ну я не думаю, что они, то есть, видят эти мины. Это навряд ли. Ничего, сейчас отвоюем, пацаны. Думаю, все получится. А вон он ходит там. Сколько их осталось, интересно, мне знать. Что туда гранату... А, у меня гранат нет. Да, гранаток нет. Ну, давайте попробуем туда уже, да, в ближнем бою отвоевать. Стволик помощнее. Какой-нибудь калашик. Сколько патронов? Блин, всего 16 патронов. Так, секунду, а на ППШ у меня... Так, на токарев. Да, патронов не так много. На ППШ вообще 8. На Сайгу. Там он с гатлингом, что ли, по-моему, ходит. Не, пока Ремингтон. Так, тихо-тихо, Басян. Подожди. Сейчас я его сниму, эту гидру. Блин, а куда я попадаю? А,
Так, тихо. Они меня сейчас убьют тут, блин. Зря я сюда... Там их много, я думал, 1-2 осталось. А их, посмотрите, там толпа целая. Так, тихо. Блин, в грудь ранил, сейчас убьют. Ну, благо, бросил. Фиксик стоит, один вляпался в мин. Фиксик стоит. Так, один стимулятор съедим. Так, ну что вы, ребята, а? Пушка, конечно, у него мощная, да? Все, похоже, все. Там один в мину вляпался. Ну все, вы посмотрите, отработали, нормально. Так, сейфик. Открыть. А, стоп, я ключ не взял. Пойдемте хабарок собирать. Сейчас вот эти все стволы предлагаю вот что сделать, пацаны. Так, Бося, подожди. Типа тайничок у нас будет. Зачем я этот ланчбокс взял? И все эти вещи переложим вот сюда, вот в эти ящички с боеприпасами. Будет у нас тайник, иметь в виду. Потому что все я не утяну. Все я не утяну, это факт. Правильно же? Давайте потихонечку обыскивать. Что у них тут было? С этого вот я не снял винчестер. Чувачка. МП5 берем. Все, я уже перегружен. Ну ничего страшного, ничего страшного. Сейчас все это первым делом соберу. Он тут хорошо так сделали. Он все равно, независимо от того даже, что перегружен, да, сильно, он двигается. МГ-3 какой-то, посмотрите. Сейчас посмотрим, что за ствол. МГ-3. Так. Что это такое за стволецкий? То есть независимо, видите, он кое-как, но передвигается. Даже учитывая, что сильно перегружен. Так, а где ключ этот Галлета? Тут вот труп лежит. Я его, похоже, просто не обыскал. Shotgun shell. Вот, ключ Галлета, великолепно. Так, все, я перегружен. Так, ничего не забыл. Всех мы обыскали. Давайте аккуратно тут доползем, не так до ящичка, и все выложим. Но первым делом, где этот НК? МП5 мы видели. Какой там ствол был? Вот, МГ3. Что из себя представляет? Вы посмотрите на эту красоту. Ну-ка, как он выглядит. Так, Босян. Мощный пулемет, конечно. А какой калибр, интересно? Вообще красота. Но это на супермутантов оставим. Так, какой калибр? 50. Так, ну-ка, какой калибр у тебя? 50 патронов у меня на него. А, 7,62, ну конечно, 7,62, 51, бля. Калибр мощнецкий. Так, все под мушечку отцентровано. Ну-ка, как звуковой фон. Ух ты, ё-моё. Ну, с таким пулеметом, пацаны, я не знаю, будем воевать с мутантами, наверное. Уже на пустошах Вашингтона, бля. Так, и сколько он весит, мне интересно знать. А, весит он 15 килограммчиков, нехило, бля. Нехило. Давайте вот сюда вот я все это сложу. Вот в этот ящичек. Будем иметь в виду. Так, где у меня тут оружие? Вот. Нет, подождите. Бар такой мы еще не видели, ствол. Ну-ка. Все будем проверять, пацаны. Мне интересно, тут эти паки с оружейной. Ну-ка. Вот, еще такой тоже интересный, да, вы посмотрите, стволик, блин, какой-то, блин, мощный, скорее всего, мощнецкий. Так, я уже кушать хочу, сколько голод у меня, 20%, надо что-нибудь съесть. Блин. В желудке, слышите, там урчание. Вот, кексы из болотники, деликатесик и пару квантовых намахнем. Так, а как он бьет? Так, как ты бьешь? У меня руки ходуном ходят, блин, я там что... Подраненный. Да, у меня повреждение конечности. Это надо подлечить. Подлечимся по-быстрому. Левая рука. Все, у меня уже там стимуляторы, походу, закончились. Так, ну-ка, как бьет. Тоже неплохо. Отличный ствол, пацаны. Великолепный. Типа пулемета. Калибр у него я не посмотрел. Оружие.
5.56. Ну, в принципе, у нас калашик, поэтому, не знаю, будем пользовать. Выложим все эти стволы пока. Интересные старые стволы, заметили вы, да? 5.56, лазер X65 SMG. Ну, это мы видели, да, по-моему? Да, такой MG3. Тоже пока выложим. Размягчитель слишком много весит. Слишком много весит. Пусть это у нас... Я запомню этот ящичек. То есть... Блин, а я ремень там выложил, да? Нечаянно. Да, свой ремень... А, нет, это не мой ремень. Вот мой ремень там. Все, великолепненько так. Отлично, пацаны. Отлично, замечательно. Давайте дальше обыщем. То есть будем иметь в виду, вот наш тайник. Достаточно неплохие MG3, да, этот ствол. И бар этот. M1918 бар хороший. Так, ну а эти можно на продажу. 192. Так, тут осмотрели. Гранатку вижу. Отлично, пойдемте посмотрим, что это за ключ. А, блин, еще ж вот пулемет у нас. Гатлинга. Не особо я люблю, конечно, лазерное оружие. М3А, Гризган. Гризган какой-то, пульс. Опять перегружен. Ну, как обычно. Ладно, сейчас допрем. Как он выглядит-то хоть? Где этот Гризган? Да вот же. Ох ты, ё-моё, вы посмотрите на эту красоту. Просто великолепно. Вот так вот будем крошить мутантов на пустошах. Это позже. Может быть, я его даже пользовать буду. Вы посмотрите, блин. Убойный пулеметик. Ну, лазерные, конечно, вот такие различные фантастические стволы, честно сказать, не особо уважаю. Но, в принципе, для этой игры почему бы не попользовать. Также его сюда ложим в наш тайничок. Он слишком уж много весит. Так, подожди. Все, хотя бы 200 килограммчиков оставить. Теперь ищем, пацаны, с вами этот тайник Галита. Что же я за ключ такой интересный взял? С рейдера, я имею в виду. Видите, чем приходится заниматься? А изначально шли крошить кротокрысов, да, для Мойры. В итоге, как интересно получилось. И тайничок загадочный нашли. И с рейдерами повоевали тут. А вот, скорее всего, сейф. Использовать ключ, открыть. Да, бутылочная крышка. Крышка не густо, 22 всего. Толпы немерено, а крышек так мало. А что в сундучке у вас? Винцо, ну давай, возьму бутылочку. Вот, стволецкий. НКГ-3, довоенную книгу забираем. Нам потом пригодится. Так, ну эти ручные тормоза все, ладно, это... Так, все, отходим, дальше двигаемся. Там проход наверх был. Сохраним, наверное, сейчас игру. Посмотрим, что дальше. Мне вообще надо по заданию Мойры работать. А не с рейдерами тут воевать. Так, тихо, мина. Снимаем аккуратненько. Еще одна. То есть нам надо еще парочку или сколько там? 3-4 кротокрыса замочить, чтобы уже конкретно, ну, дополнительно выполнить для Мойры. А я уже опять перегружен. Что ты будешь делать? Надо срочно нам, хлопчики, этот... Я опять не квалифицирован. У нас стелс-бой еще есть. Но пока я не буду спешить использовать стелс-бой, пацаны, честно вам скажу, на более серьезных противников. Так, что здесь у нас? Сохранить я хотел. Так, сохранили, смотрим. Мне нужны кротокрысы. Тихо-тихо, вроде что-то там наклевывается. Где мой репеллентик? Слышите, да, по звуку? Иди сюда, дорогой, вот ты мне как раз таки и нужен. Отлично. Мне надо еще сколько там? 8 на 7. Троих мы уничтожили в прошлой серии или 4. О, так тут их тут достаточно. Так, чтобы квестик мне закрыть. Дверь интересная. Ну-ка, ну-ка.
завал у нас, да? Хорошо. Так, кто тут у нас? Пока ствол поставлю на всякий. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто там, ребята? Опять рейдеры, что? Не всех мы уничтожили. Ой-ой-ой-ой, как вас много. Они тут с кротокрысами разбираются, да? Блин, не на ту нажал, блядь, на икс, а. Ай, обойдусь без лечения. Так, иди сюда, дорогая. Давай, давай, я жду. Отлично, они там кротокрысов отстреливают. Куда ты их спешишь? Тупота, а. Ну, рейдеры есть рейдеры. Тихо. Интересный ствол у тебя, я там слышу. Типа пистолета-пулемета, да? Ага, вот ты стоишь и не двигаешься. Вот так и стой. Держал. Не знаю, что он там заморозился. Блин, сколько... А, присела. Стоять бояться, прям в башню тебе. Отличненько, пацаны, ждем. Всех, не всех мы приложили. Так. Очередной хабарок. Все в ящичек, пацаны, все в ящичек. Нам пригодится. Стволов тут немерено. Какой-то интересный пистолет-пулемет у вас тут, типа УЗИ, да? Это что? Шмассер, блин, посмотрите, шмассер. Красота какая. Так, позже будем обыскивать. Первым делом я посмотрю, то есть зачистили мы полностью, нет? Да, обратите внимание, кротокрысов они тут отстреливали. Ну, нормально, похоже, всех завалили. Давайте осмотрим. С самого первого начнем. Что тут у вас? Так, шмассеры, блин, 45-й. МАК-10 Ингрэм мы такой видели уже, если вы помните. Так, 45-й. Блин, я опять перегружен, как обычно. Сейчас, знаете, я, наверное, на паузе все это снесу. Чтоб вам не это. Если какой интересный ствол будет, покажу обязательно. Этот видели вы, да, уже, пацаны? Смотрели мы с вами шмассер. Где? МП-440. Так, где он тут у нас? А, ну мы его смотрели вроде, да? Вот он, да, получается? Да, такой мы смотрели, стволецкий уже. Хорошо, давайте я на паузе хабарок весь соберу, потом включусь. Так, все великолепненько. Весь хабарок снес я. Опять наш ящичек припарковал там. Будем иметь в виду, все, какие там хорошие стволы. Потом вернемся, заберем, использовать. Так, некая дверь, пробуем взломать. А, у нас ключ есть. Хотя вот тут терминал можно было попробовать. Если бы ключа, конечно, не было. Надо будет попробовать вспомнить мне, как тут компьютера ломается. Давно не играли, не играл уже. Подзабыл. То есть там, по-моему, пару букв. То есть не пару букв, а буквы надо так, чтобы они совпали с основным словом. Это я как бы помню. Потом попробуем обязательно использовать ключ. Так, бутылочная. Ну, в принципе... Все, ничего хорошего. Пойдемте дальше исследуем. Интересно. Так, ну, задание для Мойры, похоже, я закрыл. Я так думаю. Достаточно, сколько там, троих-четверых кротокрысов я вроде как приложил. Поэтому давайте исследуем, что тут у нас интересно. Какое насыщенное, вроде бы казалось, пойди используй репеллент на кротокрысов, да, казалось бы, что-то так скучно, а на самом деле, посмотрите, вторую серию и с рейдерами, и тайник какой-то обнаружили. Вот тут все такие задания, имейте в виду. Так, что за дверь интересная? А, тут мы были, ну-ка подожди, Басян. Басяныч, а это куда у нас выход? В метро, то есть это уже на улицу, да? Да, это выход на улицу, но нам не надо. Нам не надо на улицу. Давайте полностью обшарим тут.
Может быть, есть такие места, где мы еще не были. А, стойте, стойте. То есть эта дверь нам открыла... Мы тут уже были, да, с вами, я так понял? Или нет? Сенсорный модуль. Ладно, пока хлам я никакой брать не буду, пацаны. Там по весу и так у нас достаточно много. Поэтому отходим. Да нет, здесь мы не были с вами. Ничего интересного. Ну все, пожалуй, пора отходить. Ну давайте, раз нам любезно предоставили здесь некий выход. Но мы выйдем однозначно там... Уже ближе к этому. Кривит-Сити, наверное, да, метро, это выход будет. Скорее всего. Давайте посмотрим. Так, это где мы с вами вышли? Ой-ой-ой-ой, ребятки. Так, ну-ка, где мы это вышли с вами? Возвращаемся, нам сюда... О, еще рановато. Посмотрите, это уже на просторы Вашингтона мы попадаем. Джорджтаун, Запад. А тут жесть полнейшая. А интересно, да, все это, все эти здания исследовать, да? Все это будем делать, пацаны, однозначно. Все это исследуем. Но сейчас возвращаемся к Мойре. Неплохо мы поработали здесь. Зачистили полностью метро, да? От рейдеров. Плюс с кротокрысами разобрались. Так, Боська. Ну все, давайте я уже на паузе быстро пробегу. Увидимся на улице с вами. Так, блин, подожди, куда я пошел? Так, наверное, будет получше. Так, а где проход-то весь? Меня я заблудился уже. Здесь мы можем пройти? Вот и все. Пожалуй, да, на этом. Сейчас возвращаемся к Мойре. Посмотрим, какое следующее у нее задание интересное. Если интересное, наверное, выполним, да? Или же пойдем на большой город. Починюсь, отремонтируюсь я там. И выдвинемся выручать, так скажем, местных жителей из лап мутантов. Тоже интересное такое задание. Так, вы кто такие? Ну-ка давайте перетрем. Приветствую. Если бы не ты, эта тварь нас бы всех прикончила. Спасибо. Слушай, возьми-ка себе эту карту. Мы направлялись туда, но что-то мне больше не хочется приключений на пустошах. Ох ты, красота. Добавлена заметка карта обитателей пустоши. Ну-ка, давайте здесь отойдем, присядем вот. Так, а про какую тварь вы говорили? А, ну вот тут у нас коготь смерти, да, интересный. С монстр-паком, мощный. Ну, конечно, я вам тут не помогал. Ну да ладно, почему нет, дала карту некую. Давайте почитаем, присядем. Что это за карта такая? Так, заметочки. Карта обитателей пустоши. Карта показывает, где находится пещеры Рок-Крик. С пометкой «Сокровищница короля болотников». Вообще, красота. Видите, сколько дополнительных интересных квестиков. Будем иметь в виду. Пещеры Рок-Крик. Но они, скорее всего, обозначились у нас в Пип-Бое, поэтому... Отлично. Так, тихо. В удобном случае, когда поблизости будем, навести. Мне тебе сказать нечего. Нечего сказать. Лучше тебе иди тоже. Себе. Мне не нужны ни лишние Ладно, проблемы, хорошо. Ни лишние разговоры. Все, теперь до мегатонны. Двигаемся, сдаем мой реквестик. Вот мы уже и дома. Так, пацаны, куда-то Бося подевался, я не знаю. Там завис где-то. Устал уже он нам задницу прикрывать, честно я вам скажу. Вы заметили, да? Сколько мы его взрывали, блин. Бедный он уже замучился, наверное. Или же там сучку какую повстречал по дороге, да? Так, вон торговец у нас. Ну-ка пойдем. А, у нас, у меня же там и торговать-то особо нечего. Ну, починимся пока. Ищешь что-нибудь особенное? Так, давай-ка я почини мне. Давай
Броня главо, 65 крышек, недорого. ППШ, все стволы сейчас по максимуму. Токарев, Ремингтон. Так, что я хотел? А, М918, 122 крышки. Не, ну это дорого. И так упочинил. Калашников. А этот, а, ну взял я ствол М19, ну вот этот, М-бар, 1918. Попробуем поработать с ним. Давайте починим. Ладно, 235, да? Все, я хочу кое-что купить. Мусор, а барахло и рухлядь высочайшего качества. Да, у тебя барахло. У тебя барахло. Все, идем сдавать квестик мой. Басяны, где же мой Басяныч-то, а? Неужели в метро там где завис? Подустал. А, Боська. Сейчас знаете что, пацаны? А, вот он, моя красота, а. Басяныч мой пес верный, так скажем. Псина моя добрая. До поры до времени, да? Давай, погнали. Сейчас к Мори скидываем весь хабарок. Ой, не хабарок, сдаем задание. И знаете что? Забежим домой, выпустим Ягуану наконец. Посмотрим ее поведение. А то в прошлый раз я скушал ее нечаянно. Ну так получилось. Так, ну что, Мойра, я тебя спешу обрадовать. Как дела? Попалось что-нибудь интересное в диких пустошах? Так, мне сказали здесь, если так, я тут вот. Слушай, насчет репеллента от кротокрыса. О, да! Расскажи мне побыстрее, как работает репеллент. Красноречие 100. Ну, зачем? Репеллент проверен на паре тройка, так. Репеллент проверен на кротокрысах. Всего? Подожди. Ну ладно. А, слушайте, значит... Расскажи, как сработал мой репеллент. Блин, а я же еще на семерых. Четко и безопасно. Похоже, значит, мы... Интеллект, да. Похоже, пацаны, значит, не семерых я приложил. А я так надеялся. То есть она ж просит троих, да, вначале, и семерых под коллекторами. Ну ладно, что ж. Интеллект, ты добавила слишком много химического стимулятора. Результат получился достаточно взрывным. Взрывным, говоришь? Это впечатляет, если честно. По крайней мере, наводит страх. Ладно, придется пересмотреть формулу репеллента. Может, получится сделать из него какое-нибудь топливо. В общем, дай-ка я его заберу. Да забирай, зачем? А за твои труды... вот, у меня остались кое-какие химикаты от опытов. Думаю, они тебе пригодятся. Так, все, берем два винта, два психа и, скорее, стимуляторы. Да, сейчас даст репеллент. Так, давай продолжим исследование для второй главы. Мы многого не знаем о болотниках, о том, как они умны и опасны. А, ну вот то, о чем и я говорил. И эту тему определенно стоит развивать. Не хотелось бы просить тебя об этом, но мне нужно исследовать серьезные физические повреждения. Я бы, конечно, не просила, если бы не смогла тебя потом вылечить. Угу. Вот такая у нас выйдет вторая глава. Чем займешься? Ну давайте, почему нет, что насчет там болотников, чувствую, я об этом пожалею, но что-то там про ранение. Давайте по болотникам вначале, постепенно. Кое-где болотники представляют серьезную опасность для людей. Если мы узнаем о них больше, это поможет людям избегать их, а может и перехитрить. Так что я собрала этот прибор для наблюдения, чтобы изучать их в естественной среде обитания. Спрячь его в их логове в месте размножения. Ну, это то задание, я его помню. Ладно, хорошо, договорились. Отлично. Я бы посоветовала сходить к гнезду у Анкоричского мемориала. Я только что оттуда. Один торговец рассказывал, что там полно болотников. Все ясно. Заберись поглубже и найди место, где они размножаются. Скорее всего, где-то у воды. Поставь там эту систему наблюдения и тихонько сваливай. И желательно не уничтожать, запомни, да? Убивать болотников в гнезде нельзя. Ну, ясно, это может там поставить под сомнение результаты эксперимента. Но это как дополнительно, не обязательно. Там, конечно, можно и перестрелять их всех. Но дополнительно, видите, не убить ни одного болотника. Ладно, мне пора идти. Так как мы в этой серии с вами поработали, в Анкоричском, поэтому я предлагаю следующую серию, пацаны. Пойдемте домой, забежим. Все-таки менять задание, картинку, так скажем, правильно? И сходим с вами в большой город. Попробуем отвоевать супермутантами. Как они там себя поведут, посмотрим. Тоже интересный квест.
Вот, посмотрите, плащи от Сусимса, да, шерифа и шляпа. И шляпа. То же самое у регуляторов мы возьмем, только черный плащ. Такая дубленая хорошая кожа. Только перк возьмем, законник. Видите, что, дабы нам эта локация активная стала. Регуляторов я имею в виду. Так, теперь забежим домой и попробуем выпустить Ягуанну. Как она себя будет вести, мне интересно. Так, Вотсворт, как делишки? Покорми пока боссю. Давайте, где у нас Ягуанка? Разные запасы. Где она тут у нас? Блин, или я ее что, выкинул? Да не может быть. Да блин, а... Да, пацаны, я ее выкинул нечаянно. Ай, блин, не судьба, я так хотел. Она интересна, вы мне видео присылали. Так ведет себе, поведение такое, весь, ну, смешное. Не просто так ползает, а там еще на две лапы встает. Ой, на, ну, на задние, то есть. Бензобак, ну подожди, точно выкинул, что ли? Или она в помощь? А, она в помощь, ой, какая красота. А я, видите, в разное. Лиф Ягуана, давайте правым кликом выкидываем. Смотрите, ох ты, какая красота. Смотрим, смотрите. Давайте посмотрим, как она. Вот теперь у меня полный набор. И боська живое, да, и ягуанка. Еще мебель нам надо закупить, пацаны. Смотрите, какая красота, а. Ты посмотри, что творит. Не просто так, да, бегает. Интересно, добавили. Молодцы. А мы потом еще мебелью закупим. И обставим, обставим. Ой, боська, да, недовольный, да? Видели, она там передними лапками. Боси, смотрите, недоволен такой. Новое, ну, типа, новое существо появилось. Ревнует, видимо. Ну, короче говоря, видите, как у нас все с вами уютно дома и хорошо. Ну, пока, конечно, голяк полнейший, но потом все закупим. И медицинскую аптечку, и там телевизоры, говорю, этот. И поставим музыкальный центр там. Не центр, а автомат. И что там еще можно? Интерьер подберем. Ладно, давайте, наверное, здесь завершим. Я сохранюсь и уже в следующей серии продолжим. Правильно же, пацаны? Я думаю, так будет правильно. Все. Всем удачи, хорошего настроения. До следующих встреч. С вами был Трофим. Всем пока. Не, ну Ягуана меня, конечно, порадовала. Счастливо, пацаны.